Отборочный этап «Малыша Д-2019» проходил на протяжении 6 дней. Команды из 3-4 ближайших детских садов устраивали соревнования между собой и боролись за право отправиться на городской этап турнира. В очередной схватке сошлись ребята из 31-го, 40-го и 19-го садов. Дети вообще всегда за любой спортивный праздник. Они всегда с удовольствием соревнуются. Для них это большой праздник, повторюсь, потому что они приходят в другие дошкольные учреждения, где знакомятся с другими ребятами. Здесь у них вырабатывается командный дух. Участникам предстояло пройти 6 эстафет. Ребята сразу же включились в борьбу, старались опередить соперника, поддерживали товарищей по команде. Воспитанники 31-го детского сада к отборочному этапу готовились несколько недель. Но удача была в этот день не на их стороне. Команде досталось 3-е место. Нам не хватило немного, быстроты нам немножко не хватило. Нам не хватило силы, чтобы мы бегали еще лучше, чем все. 40-й детский сад занял 2-е место, а победителем отборочного тура стала команда 19-го детского сада. Как ты думаешь, благодаря чему вы победили сегодня? Потому что мы очень долго тренировались. Я очень рад, что мы победили. Надеюсь, в финале мы тоже победим, займем 1-е место. Теперь команда 19-го детского сада отправится на городской этап соревнований, где будет бороться за право представлять наш город на областном этапе «Малышады».